Вот сегодня у нас 18 октября. 28 октября, вернее. Утро. Володя выходит с ведерком на улицу. Ну, льгота, не выхожу. Смотрю, что там, как делается. Темно еще. Ах, тень, пошел в туалет. Там позвонил Надежде Васильевне. Там же ждет. Я успел все расставить. Стою пораньше. Бывает полтора часа. Два. Много. Ну, полтора. Посмотреть, что у нас на наших ресурсах. Поставить своих новых несколько роликов. Ну, несколько это. Каждый день 5-6. Здесь событий-то меньше. Больше разговоров по скайпу. Ну, по скайпу вот просится. Побеседовать надо. А другой просто слабенькие такие вопросы, а хочется разрешить. Так. Перед оградой нашей. Жду Надежда Васильевна. Вот Володя вернулся. Снег идет. Вот он заходит. Такой порядок утром перед молитвой. Вот жду. Один раз посмотрела так. Выходит Надежда Васильевна, не побереглась и подскользнулась. Это крыльцо общее у нас. Две двери. И подскользнулась и хлопнулась. Упала. Снег идет. Небольшой. Ветра не видно, что снег падает вниз. Понятно. Долго не видно. Должна уже выйти. Готовимся, не будем ждать. Она на молитву приходит. Вот она выходит. Закрывает свою дверь на ключ. Что-то долго окопалось сегодня. Я устал ждать. Смотрите, какой порядок. Дальше. Три поклона. Это на улице. Снег, не снег. Порядок такой. Три поклона. Теперь идет к дверям нашим. Все. Заходит. Вот она закрыла дверь.
Сейчас она сюда зайдет, тоже три поклона будет. Со своими валенками. Так, дверь запирать. На защелку, щеколду и крючок. У нас всегда прохладно, большей частью, поэтому валенки, особые валенки, чистые. Мир дому вашему. С миром принимаем. Вот все, ой, становимся на молитву. То есть для молитвы время выделено. Двадцать седьмое октября 2016 года выпал снег. Много снега выпало за ночь. Володя на улице с тротуара убирает. Вот так. А Надежда здесь. Вот он, Володя. Старается хоть маленько дорожку пробить.